сорт томата «Синяя груша». Вот такой вот сорт. Плоды у него грушевидной формы. Красно-коричневое от плодоножки идет пятно, практически черное. И плавно переходит в красно-фиолетовый цвет. Плоды очень плотные. Вес плода бывает до 150 грамм. На нижних кистях томаты крупнее, к верхушке становятся мельче. Это среднеспелый сорт. В огороде он достигает высоты 1,30–1,50 м, в теплице чуть выше. Сорт требует подвязки к опоре и посынкования. Наилучшие результаты получились при формировании растений в 2 или максимум 3 стебля. Посев семян на рассаду проводят за 60–65 дней до предполагаемой высадки в грунт. Куст в огороде высотой достигает до 1,5 метра, в теплице бывает чуть выше. Рекомендован для выращивания как в теплицах, так и в открытом грунте. В разрезе томат многокамерный, практически вишневого, темно-вишневого цвета мякоть, очень сочный, сладкий, практически без кислинки. Этот сорт подойдет для употребления в свежем виде, а также для консервирования, для приготовления соков и соусов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.